Доброго дня всем! Лучики добра вообще, вам посылаем! Смотри, очень опасно ездить. Это такой человек, что из-за нее можно пилюлей получить. Знаете, как с мужика спроса нет. Ой, с бабы спроса нет, блядь, а мужик пизды получит. Во-первых, начнем с чего? Поздравляем всех мужчин с 23 февраля. Иди сюда. С этой стороны вставай. 23 февраля всех поздравляем. Ты поздравляешь? Поздравляю всех. Да. Желаем всем мирного неба, над головой. Мирного неба, мужества, силы и самоотверженности. И ТП. А теперь Додо пицца. Добро пожаловать в мой желудок. А вы же в курсе, да, что мы с Марией договорились, что 1 марта, если она не похудеет, даже 10 килограмм, я ее бросаю. Он меня бросает, кстати, да. Ну, считай, уже ничего не осталось. Пошли. Куда ты идешь? Долбец. Николай, тут у всех дети. Где наши дети? Я ребенок. Взяла два кусочка, огрызки остались. Она любит огрызки наедать после меня. Взяли чай, маффин и кофеек. Всем приятного аппетита. Если кто-то хочет на работу устроиться, устраивайтесь. Додо пицца. Ну что, посевная начинается. Здесь вот у нас Николаша играет. Я вас на штатив поставила. Хочу открыть наши эти контейнеры. Я их еще не открывала даже. Новые. Такие я ни разу не садила. Кассеты это называется для рассадок. Взяла двух видов. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я их заказала с Валбериса. И как привезла, даже не раскрывала. Меня интересует глубина кассеты самой и плотность ее. Я взяла одни на 150 миллилитров, вторые на 110. Эти на 110. Вот 3 штуки. Ну что, пластик так себе, конечно. Видите? Особенно вот здесь, что он прогибается. Ну, слава богу, доехал не лопнувший, ничего. Замялись только вот крайние кассеты немножко, но они вот расправляются. Ну а сам корпус ничего такой, классный. Вот сам корпус из плотного пластика, а вот это из тонковатого. Ну, в принципе, но. Так, значит, 3 у нас таких кассета. И еще 3 большего размера. Но это все у одного поставщика. Поэтому качество из одной серии. Качество то же самое будет. Я вообще посмотрю, у меня все на стол-то влезет, нет? Это вот я для петуни взяла. В основном, чтобы они у меня, чтобы их не пикировать. Короче, из одной плошки в другую, потом из другой в другую. Не знаю. В идеальном мире, я бы хотела прямо в этой кассете и продать их. Но не факт. Иногда они продаются дольше, и приходится пересаживать уже второй побольше. Ага, вот эти вот уже...
когда такие большенькие. Вот эти на 150. У них плотнее немножко пластик. Идем, потому что на 150. Тоже некоторые местах замялись. И тоже 3 штуки. Так, они мне очень на стол полезны. Мы занесли стол с веранды. Я его пупыркой расстелила. Блин, прикиньте, немножко не входит. Вот подвисать некоторые. Видите, на одну штуку здесь будет подвисать, а здесь насколько? Здесь тоже на одну. Ну, в принципе, в общей массе должно удержаться. Ох. Стало забить это все землей. Как тебе, Николя? Начинается. Так, значит, мы уже несколько дней смотрим «Сойку-пересмешницу. Голодные игры», но сегодня мы остановили свой выбор на фильме «Дед, привет!» Драма-комедия. Бельгия, Норвегия, производство, что это такое. Драма-комедия, ну, такая прикольная. Вот валяемся. Надо еще мне стихотворение досочинить для сестры. Я часть сочинила, часть надо вот закончить сегодня, отправить. Коля пьет пиво сегодня, у него праздник, поэтому он может себе позволить пиво. Я вечером тоже баночку пива выпью. Я себе взяла 3,8 градусов. Пивной напиток, вот это, по-моему, называется. Велкопоповский козел. Черное, темное. Что-то такое, короче. Вот. И вечером тоже выпью. Время, кстати, уже 6:30. И надо поторапливаться, слушайте. Надо сначала стих написать, а потом выпить уже можно пиво. Коля был послан замороженным, но благополучно где-то потерялся. Николя! Еще я хотела себя начать садить, но еще даже форму не заполнила. Короче, дел много, но вот «Дед, привет!» надо смотреть, сочинить стих, и потом уже все остальное можно делать. Вообще, на выходные это прекрасно. Всем желаю хороших, продуктивных выходных. Кайфу. А я жду мороженое. Аллилуйя. Мое мороженое пришло. Смотрите, какой я купила стаканчик. Чио Рио. Не знаю, вкусное, нет? А бывает такое, когда, например, хочется просто взять так ложкой и воп дать? Не бывает такого ни у кого. У меня бывает. Нет, это тебе кажется. Все, продолжаем смотреть деда.